Доброго дня. Как и обещал, проводим сегодня еще одну видеотрансляцию в виде ответов на вопросы. Сейчас прошу всех тех, кто подключился, сообщить, насколько слышно. Просто напишите, как со звуком. Дякую. А я пока перепощу в наших группах. Прошу сообщить, как слышно. И что у нас со связью? Нормально слышно, да? Чутно? Друзья, я вчера провел видеотрансляцию после, ну, фактически трехмесячной молчания, потому что у нас была организационная пауза, мы реорганизовывались, готовились. Тем, кому интересно посмотреть и послушать, что конкретно мы делали все эти 3 месяца, это, пожалуйста, предыдущее видео. Я сейчас сегодня, как и обещал, отвечаю на вопросы. Ну, давайте вопросы по силам обороны Украины. Первое. Будут ли в Днепре силы обороны Украины, будут ли они создаваться? Ну, силы обороны Украины – это организация активных, патриотичных людей, которые готовы защищать свои права конституционные, права своих товарищей, право на мирный протест, право на гідність, на честь, на життя на свое. И, на жаль, это право теперь нужно уже защищать независимо от наличия и отсутствия внутренних органов, то бишь полиции, еще кого-то, потому что, на жаль, эти органы сейчас работают на защиту именно олигархов, на защиту варья. И мы видим, как это все происходит. Значит, кроме того, напоминаю, что силы обороны Украины – это объединение патриотов и против врага внешнего. То есть не исключено, что в случае, если все-таки гражданское общество в Украине будет побеждать, а это очень не исключено, то Путин решится на прямое вторжение, более серьезное, чем сейчас. Я не буду, ну, долго приводить аргументов. Я лично считаю, что поведение большинства высших начальников наших военных будет примерно такое же в 2014 году. Поэтому нужно знать патриотам, что делать, как помочь армии, как помочь своим семьям, как не допустить паники, как сделать так, чтобы Украина максимально сохранилась. И в Днепре силы обороны Украины тоже будут создаваться. 3 месяца нам понадобилось, чтобы разработать курс, подобрать людей, которые будут преподавать, организовать базу именно в Киевской области. Взяли за основу опыт батальона «Донбасс» и, наверное, восьмитомник Ганса фон Даха. Я имею в виду, это курс по подготовке территориальной обороне Швейцарии. Мы его адаптировали под наши украинские реалии. Честно скажу, я очень сильно завидую и переживаю, ну, что нам эта книжка не досталась в 2014 году. Потому что вместо всех этих анекдотических клоунских школ сержантов в школе Нацгвардии нам бы, конечно, бы очень понадобилось бы именно это творчество. Поэтому в Днепре тоже будут, но это нужно время. Я думаю, что будем как приглашать людей с регионов на центральные базы. У нас сейчас база есть в Полтаве, есть база в Кировоградской области, есть база в Волыни, есть база в Киевской области. Так и с помощью людей будем открывать учебные центры в регионах. Ну, я не вижу тут вопроса, но хочу сам вместо этого вопроса сказать, почему в 2014 году мы это не сделали. Ну, скажу честно, я был один из тех, кто поверил, что и Порошенко, и Кабинет министров будут это вместе с Генштабом организовывать своими силами. Ну, мы тяжело могли поверить, что они настолько сумасшедшие, что, ну, оставят народ Украины неорганизованным перед лицом путинского агрессора. Но, на жаль, все эти 4 года показывают, что, на жаль, наша влада Крадеевта, олигархов, очень связана с российской владой, общим бизнесом, общими интересами, общим прошлым. Поэтому, почему они вооружают свою охрану, но не вооружают и не организовывают народ, как, например, это делается сейчас в Швеции, в Швейцарии, уже понятно. Поэтому, извините, можете, ну, мне на голову сыпать громы и молнии. Я не идеальный человек, я не старик Хоттабыч, который прозревает будущее. Я тоже верил, как и многие. Прощения, тут работаю со своего телефона. Жинок берут ли на новчиня?
Сразу хочу сказать, что силы обороны Украины – это не военная организация. Там военные, в общем-то, ну, бывшие военные, они свою часть занимают. Они в основном инструктора, командиры, но это именно гражданская часть. Это объединение людей, которые готовы действовать по принципу один за всех и все для одного, которые не готовы быть зависимы от того командования, которое мы обучали все эти 20 лет за свои деньги, за свои налоги. И потом увидели в 2014 году его первое лицо и увидели сейчас его второе лицо. Когда они рассказывают нам про европейскую армию, про первую армию Европы, но мы-то знаем, какая там ситуация на самом деле. Поэтому женок тоже берут, там инший курс, один для командиров, другой для рядовых. Есть и разделение женский и мужской. Первые сборы завтра проходят в 10 часов. Обзванивает наш координатор сегодня всех. Кому не прозвонили, не беспокойтесь. Нам, в принципе, до 100 человек в первый раз достаточно хватит, потому что нужно все отработать. Нужно отработать питание, ночевку, курсы. Я сам буду присутствовать, чтобы это было интересно, потому что я, ну, понимаю, что если это будет неинтересно, нафиг никому не нужно. Такое же и в Литве, и в Эстонии, и в Латвии. Подработаем. Если в Василькеве рух вызвания, я тут живу. Друже, на жаль, в Василькеве его пока нема, я в Киеве. Зайди, пожалуйста, на страницу рух вызвания, подпиши, там есть анкета, заполните анкету, мы с вами свяжемся. Как только в Василькеве будет достаточное количество людей, хотя бы там 5 человек, которые поддерживают наши идеи, наши цели разделяют, то мы организуем там у вас осредок первичный. И подыщите офис, будет, значит, офис. Как пройти подготовку командиров? Зайти на Facebook «Силы обороны Украины», поищите в Фейсбуке, там есть анкетка, заполните анкетку, и после этого вас пригласят либо на какой-то курс в Киевской области, либо в Полтавской, либо в Волынской, либо непосредственно в Кировоградской. У нас сейчас пока нету других баз. Ну и если вы будете иметь, скажем так, сдыбности командира, то будет на подготовку командира. Будут ли силы в обороне в Одессе? Если будут. Ну, слушайте, Одесса – это реально наше больное место, потому что государство все сделало для того, чтобы Одесса поддерживала кого угодно, кроме Украины. Я не говорю за всех, я понимаю, что там есть масса патриотов, но людей реально там уже режут, убивают, и мы все видели все эти истории. Мы обязаны их там создать. Друзья, ну, давайте будем реалистами. Еще раз, все это требует ресурсов, все это требует организации. Мы совершенствуемся, мы свои ошибки, скажем так, понимаем и их устраняем, но мы не можем двигаться быстрее, нежели нам позволяют ресурсы, возможности и наличие активных людей в Одессе. Пожалуйста, кто есть в Одессе, выходите к нам на звездок, будем организовывать это у вас. Вопросы по политзаключенным. Вопрос, что с Левом Тажаком? Ну, друзья, давайте я расскажу тому, кто не знает. После того, когда батальон Донбасс стали разваливать в конце 2014 года, в начале 2015, разные методы там использовали, не выпускали на фронт, устраивали фейковые бунты, выкидывали в СМИ истории о том, что там бойцы не доверяют командованию, еще что-то. Часть людей ушло в специально созданный Муженком батальон, клон Донбасса в ЗСУ. И Лев – это один из тех людей, кто туда ушел. После этого его обвинили в заказном убийстве. Его командир, поставленный Муженком, который, ну, по его мнению, должен претендовать на командира батальона Донбасс, хотя к Донбассу не имеет никакого отношения, на него просто наплевал, он про него забыл. Мы готовы в случае необходимости, например, взять их на поруки. Про Жака сейчас я расскажу. Я уже подписывал этот документ, но мы не можем вместо их командиров полностью обеспечить им безопасность. Они тоже сделали свой выбор. Они пошли не в Донбасс, они пошли потом в другое подразделение. И мне, конечно, очень стыдно за их командиров, которых просто бросили. Совершали они эти преступления, в которых обвиняют, не совершали, я не знаю. Но я думаю, что они имеют точно такое же право на защиту своей будущей на свободе, как и Насиров, как и Розенблат, как и прочее. Поэтому я просто рекомендую их адвокатам не засовывать язык в задницу, а выйти с нами на связь, хотя бы через мою личку в Фейсбуке. Что до Жака. Жак – это бывший командир 2-й роты батальона «Донбасс». Половину 2014 года и половину 2015 он поливал говном меня непосредственно и батальон Донбасс. Работал он беспосредственно с керамистом Нацгвардии, которой тогда была поставлена задача полностью нас опорочить и расколоть батальон Донбасс. Ну, я считаю, что он вел себя как мерзавец. Однако, когда ко мне подошли в 2016-2017 году жители Мариуполя и попросили его поддержать, ну, я подписал свое
ходатайство взять его на поруки. Но жаль, суд этого не отдал. Еще раз, я считаю, что под лежачий камень вода не течет. Я не считаю того же Жака своим побратимом. Я считаю, что он очень много сделал для раскола добровольческого движения. Но для меня сейчас и год назад, и 2 года назад не имеет значения, каким мерзавцем или заблудившимся человеком стал доброволец. Для меня имеет значение только одно. Они защищали Украину. Поэтому я особисто готов помогать защите и семьям с тем, чтобы они имели такую же степень и возможность защищать себя, как министры, депутаты, прокуроры. Пожалуйста, выйдите на связь. Все, что от нас требуется, пожалуйста, мы подпишем, готовы подписать ходатайство о взятии на поруки. Других у нас способов влияния на суд нет. Но мы не можем так же точно, как и, например, там, к Беку, Хамеру, Галу, к людям, с которыми боролись с нами плечо к плечу, ездить на суды. Я объяснил, почему. Но я готов забыть все предыдущие, моменты, которые нас разделяют, забыть о том, как кто себя вел, и помнить только одно. Эти люди в 2014, в 2015 году встали на защиту Украины. Поэтому, кто там пишет, пожалуйста, выясняйте, что с ними самостоятельно. Я готов, как бывший доброволец, как народный депутат, помогать защите, чтобы они имели возможность защищать себя в суде, будучи на свободе. Готов подписать все эти документы. Не сидите, не тормозите. Уже подписывал, готов подписать еще. Чего-то нормально, а чему не боретесь за Сенцова и других хлопцев? Почему мы не боремся за Сенцова и других хлопцев? Ну, друзья, если вы считаете, что бороться за Сенцова – это поставить себе их на аватарку, их портрет и кричать «Свободу Сенцову», вы сильно ошибаетесь. Я очень уважаю всех людей, которые по мере своих сил принимают участие в этих кампаниях. Но я прекрасно знаю, что для того, чтобы реально освободить Сенцова, нужно убрать от власти крадеев и олигархов. Людей, которые доят Украину, которые торгуют нашими национальными интересами, которыми ее разваливают. И тогда страна будет иметь возможность вернуть своих политвязней. Как? Да очень просто. С 2015 года количество, объем вложений российской экономики в Украину удвоился. На жаль, наше войсково-политическое керевництво торгует с ворогом. У нас здесь есть масса российских пропагандистов, которые владеют информационными каналами. Возможность обменять наших хлопцев есть элементарная, но для этого нужно быть у власти. От того, что я там вешаю или не вешаю аватарку «Свободу Сенцова» себе на Facebook, ничего не изменится. Я очень уважаю тех людей, которые пытаются таким образом помочь. Но я народный депутат, я человек, который 4 года изучаю эту систему изнутри, борюсь с ней, поэтому не хочу строить из себя дурачка, рассказывая о том, что я верю, что это поможет. Мы хотим сменить власть в нашей стране, чтобы народ имел возможность руководить своей Верховной Радой, чтобы власть отображала наши национальные интересы и защищала их. И я уверен, что у нас достаточно ресурсов в стране, достаточно патриотичных людей, чтобы защищать каждого нашего гражданина в любой точке земного шара. А такие возможности у нас есть. Поэтому вопрос, чего нормально вы не боретесь за Сенцова, я оставлю как риторический. Что вы можете сказать за Торнадо? Ну, про Торнадо, смотрите, батальон Торнадо, бывший Шахтерск, участвовал вместе с нами в первом и втором штурме Иловайска. В первом штурме я их особисто бачив, во втором штурме, знал о том, что там они где-то неподалеку есть. В 2015 году ко мне обратился один из их руководителей, Николай Цукур, который попросил помочь им в раскрытии контрабандных схем, которые тогда процветали в Луганской области. Я поехал вместе с ними, посмотрел эти схемы, опубликовал свой отчет, подтвердил, что это действительно так есть. Ну и после того, когда, Антон Геращенко и Матиос начали устраивать свое шоу в 2015 году с их арестом, я отслеживал это дело, и я беспосредственно информировал народ Украины о том, что то, что несут по телевизору, о том, что эти люди насильники, убийцы, о том, что эти люди, как несла Татьяна Черновол по телевизору, имели фотографии каких-то изнасиленных детей, все это брехня. Мало того, что у них в деле даже нет таких статей. Я не знаю, насколько чисты перед законом полностью батальон Торнадо, однако я считаю, что все, что я слышал по телевизору,
большую часть, это просто полная брехня. Я просто взял уголовное дело и сверил уголовное дело с тем, что их обвиняли по телевизору. Там нет просто, даже близко таких статей. И когда я это узнал, это было второе наше дело, когда мы организовали штаб вызвания патриотов. Первое дело было, это дело батальона «Айдар», это дело бати Валентина Лихолита, мы его вытащили тогда из тюрьмы, вытащили под домашний, ну сначала под подписку, под наше особистое забовязание, и генпрокурор признал, что да, действительно, к ним претензий нет. И хочу сказать, это было в 2016 году, прошло 2 года, это для тех, давайте я скажу без мата, для тех растений, которые рассказывают сказки, они виноваты, мне один волонтер сказал, и для тех тварей, которые прикрываются волонтерством, тем, чтобы поливать дерьмом добровольцев. За 2 года Валентину Лихолиту, батальон «Айдар», не было предъявлено в суде никаких подозр. То есть, если бы мы его не вытащили тогда, в 16-м, я большое спасибо, благодарю тех хлопцев и девчат, которые помогали нам на Крещатике, он бы сидел бы 2 года без всякого доказательств и движений в суде. Сидел бы за решеткой. А те твари, которые себя выдают за волонтеров, которые только и делают, что рассказывают, мне там что-то кто-то сказал, эти добровольцы там такое делали, ой-ой-ой, эти информационные проститутки устраивали бы хор, подпевку и легализовывали бы их пребывание там. Так вот, «Торнадо» было вторым таким делом, и мы тогда добились под Оболонским судом, чтобы завели туда в суд, который был закрытый, журналистов. Мы комментировали все это, против нескольких хлопцев из батальона «Донбасс» было возбуждены уголовные дела, которые до сих пор не рассмотрены. На жаль, им был вынесен приговор без учета реальных обстоятельств. Без учета реальных обстоятельств, еще раз, потому что они имеют право быть на свободе и доказывать на свободе свою невиновность, точно так же, как Насировы, Розенблаты и прочие. И я знаю, что то, в чем их обвиняли по телевизору, в том числе народные депутаты, на которых клейма ставить негде, у них в деле даже близко не было этих статей. Вот что я думаю об этом «Торнадо». Я считаю, что Матиос, агент ФСБ, Порошенко недалеко от него ушел, и они готовят страну к принятию поражения. А для этого нужно, чтобы большая часть населения считала добровольцев мародерами, негодяями, военными преступниками. Майдановцев, вспомните дело Бубенчика, оно же тоже недавно было уже в суде, чтобы считали примерно такими же. Чтобы история была такая. На Майдане Петр Алексеевич Порошенко прилагал все усилия, чтобы закончить все миром. Однако майдановцы, мародеры, негодяи, преступники, агенты ФСБ устроили насилие, потом поехали на Донбасс, устроили дополнительное насилие, пошло насилие с той стороны, а сейчас всех помирили. Одних убили на Востоке, я имею в виду, из террористов, из российских наемников. Вторых убили здесь, засунули в тюрьму, я имею в виду уже добровольцев с нашей стороны. А давайте теперь помиримся, примем Минские соглашения, сделаем всем амнистию, ну и начнем торговать, воровать вместе с Россией, как оно было и раньше. Я думаю, что все это было только аккордами подготовки. Ну, первым пошел батальон «Торнадо», потом пошли батальон «Айдар», потом подошли батальон «Донбасс». Поэтому я считаю, что это попытка агентов ФСБ Петра Алексеевича Порошенко. Ну, я не думаю, что он уж совсем прямой агент. Я думаю, что, скорее всего, он вассальный гетьман, но для меня разницы нету. Это он реализует просто-напросто вместе со своими приснами. Теми, кто обворовывал нашу страну все эти годы. Вспомните, кто у нас генпрокурор, вспомните, кто у нас министр МВД, вспомните, кто у нас министр, кто сам Порошенко. Что 10 лет назад эти люди были у власти, воровали, разваливали страну и рассказывали, почему мы живем плохо. Так и сейчас это все продолжается. Вот что я думаю про «Торнадо». Вопрос 4. Я занимаюсь правовым защитой бойцов батальона «Торнадо», комбат Руслана Лищенко. Вы его знаете. Чему защищающий Гала, Бубенчика, Бека и инших вы, наверное, словом не вспомнили своих побратимов, бойцов батальона «Торнадо» и их славного комбата? Вони что, дійсно злочинцы и не заслуговують захиста? Адже насправді це вони перші стали називати торговлю на крові, и вы це знаете. Ну, друзі, по-перше, не они перші стали називати, они стали в 15 году. Наши хлопцы в 14 году в декабре перекрыли во главе с комбатом,
который меня сменил в Донбассе, Анатолием Виноградским, незаконную торговлю в Луганской области. Мы перекрыли вместе с батальоном Днепр и правым сектором торговлю в Донецкой области и конвои Ахметова. Это было в декабре 2014 года. После этого на нас полился, скажем так, поток лайна. После этого отпустили более 100 наших пленных, потому что Ахметову было нужно таскать туда конвои. Не для того, чтобы дедушкам, бабушкам показывать, что он хороший, а чтобы снабжать боевиков. И тогда находили очень многие запрещенные предметы в этих конвоях. Это для совсем уж точности. Почему? Ну, потому что вы очень плохо знаете историю. И потому что вместо того, чтобы защищать их в суде юридически, занимаетесь херней. В 16 году, еще раз повторяю, бойцы батальона «Донбасс» просто заблокировали здание Болонского суда, провели несколько боев, когда на них незаконно нападали спецпризначенцы. До сих пор по многим из них возбуждены уголовные дела. И мы тогда добились, что зашли журналисты к торнадовцам и взяли у них интервью тогда. На жаль, информационная атака была настолько велика, что не удалось убедить общество, что то, что по ним рассказывают по телевизору, и то, что на самом деле предъявляют в деле, это разные вещи совершенно. Им был выдвинут приговор. А теперь у меня вопрос. Адвокат, вы, которые сейчас раскидываются обвинениями, ходите на суды к донбассовцам? Вы приходили, когда нас разгоняли на Грушевского? Вы делали что-то на пользу нашим хлопцам, когда у них проводили обыски? Я рекомендую вам заткнуться. Когда мне пишут в личку на Фейсбуке что-то добровольцы торнадо, например, когда нужно прийти к ним на суд, я прихожу. Им будет нужно, я как народный депутат, приду и окажу всяческую поддержку, как и любым другим добровольцам. А вам я рекомендую не забывать историю, не искать возможности нас рассорить и не заниматься глупостями, а забеспечить им юридическую поддержку. Потому что я уверен, что после смены власти их дело будет пересмотрено. И пересмотрено в том числе с учетом того очень серьезного вреда, который депутаты, очень многие властных фракций, пропагандоны, так званые волонтеры, я различаю волонтеров реальных и волонтеров тех, кто раскручивается специально в сети, чтобы вызывать доверие людей, чтобы потом лить на кого-то дерьмо. Это особый класс волонтеров, так званых, я их называю информационными проститутками. Честь и хвала настоящим волонтерам, их сотни, их тысячи, которые последние отдавали в помощь армии, в помощь добровольцам. И гореть в аду тем негодяям, которых раскручивали олигархи в качестве волонтеров, которые потом вылазили на телевизор и рассказывали. У нас доказательств нет, но мне одна знакомая говорила, что это такие злочинцы. Вы ничем, твари, от агентов НКВД 30-х годов не отличаетесь. Примерно то же самое. Честь и хвала настоящим волонтерам и ганьба информационным проституткам. Так вот, я бы рекомендовал бы очень заняться все-таки их юридической защитой, потому что я абсолютно уверен, что после окончания давления, которое оказывается на суды военной прокуратуры в политических целях, это дело будет осмотрено реально и будет установлено, что те преступления, которые реально инкриминируют, а тех преступлений, которые им предписывают по телевизору, различаются на порядок. Поехали дальше. Вопросы по антикоррупционному суду. Питання. Я не зрозуміла. Прийняли закон про зняття неприкосновенности разом с антикоррупционным судом? Нет. Смотрите, за время, пока находились протестующие на Грушевского, с октября по 3 марта 2018 года, были приняты все три закона, которые мы требовали в первом чтении. Был принят закон про снятие неприкосновенности и отправлен в Конституционный суд для того, чтобы проверить его на конституционность. Второе. Был принят закон о выборах в первом чтении. И третье. Был принят закон про антикоррупционный суд, в частности 1 марта. Сейчас, после разгона палаточного городка, было продолжено давление Запада на Порошенко. И несколько дней назад был принят закон про антикоррупционный суд. Закон про снятие неприкосновенности во втором чтении был еще не принят.
Коли буде в дії незалежний суд, що буде з корумпованими політиками? Не буду вас обманувати. Незалежний суд буде в дії тільки тоді, коли ми відстранимо від влади преступників, воров і прислужників олігархів. Конфіскуємо їх майно, віддадимо це майно через бюджет людям, і коли люди, чиновники, слідуючі за ними, прокурори, судді, депутати, увидят, что закон в нашей стране исполняется, и что закон нужно уважать и его бояться нарушать. Только тогда это будет. О методах поговорим позже, когда будет соответствующий вопрос. С самими законами мы ничего не изменим, но мы закладываем ту базу, которая нам позволит с минимальными потрясениями это в будущем реализовать. А він буде працювати цей суд, чи усе заради МВФ кредиту? Ну, многие... Большинство депутатов, которые принадлежат правящим фракции, считают, что они надули каким-то образом и украинское суспільство, и Запад, получат сейчас кредит, получат возможность подкупить депутатов-мажоритарщиков перед выборами, чтобы они поддержали Порошенко, сделать так, чтобы не поднимались курс доллара, не рушилась экономика и не злились на них люди еще сильнее перед выборами, а дальше они как-то обманут. Но это они так считают. Мы считаем по-другому. Посмотрим, кто победит. Это, кстати, от вас зависит, потому что мы сами без вас никто. Мы сами, депутаты, которые честно выполняют свою работу, без вас никто. Люди без представителей никто, и мы без вас никто. Только когда мы действительно сможем координировать свои усилия, вы, те, кто нас сюда отправлял, и мы, те, кто хотим ваше доверие сохранить и на общее благо работать, вот тогда будет результат. Семен, а невже ж ти думаєш, що антикорупційний суд – це будуть люди не Порошенка? Побачимо. Поживемо, побачимо. Поки ми прийняли цей закон, законопроект, як закон уже, в той формулировці, яка вроді би устраивает і антикорупційних активістів, і Запад. Посмотримо далі. По Конгресу вопроси. Як ви відноситесь до першого національного українського Конгресу? Чи будете співпрацювати на президентських виборах з кандидатом від народу Бубенчиком? Смотрите, на встречу диаспоры в Праге меня приглашали многие люди для того, чтобы я рассказал гражданам Украины, прежде всего, в том числе и проживающим за границей, о том, что на самом деле происходит в Верховной Раде. Как происходит кнопкодавство, что вообще происходит. Я туда приехал. К своему удивлению, я оказался одним-единственным депутатом. Я не принимал участия в работе Конгресса. Я не был делегатом Конгресса. Я выступил и рассказал свое видение, почему я считаю, что депутаты, которые сейчас есть в Раде, в 80% случаев совершают преступления. Там были масса людей, которых я знаю на блокаде, видел, которые были на Грушевского, с батальона Донбасс. Но, еще раз, мое отношение к Конгрессу следующее. Любые инициативы, как людей, проживающих за кордоном, наших граждан, так и людей, проживающих в Украине, для того, чтобы прекратить царящий беспредел, отстранить от власти законным путем владу крадеев-олигархов, очистить украинскую власть и начать с справжней реформы, любые действия, которые направлены на пользу Украине, я считаю положительными. Но это не значит, что я их там полностью поддерживаю, потому что мы идем, возможно, разными путями. Но я не считаю необходимым отсиживаться в кустах и делать вид, что я в домике. Меня пригласили, я приехал. Те, кто там тявкает, тяв-тяв, в том числе люди, которые себя за националистов выдают, я различаю. Те, кто справжний националист, и те, кто себя за них выдает. Я рекомендую, иди к чертовой матери. Вы уже протявкали 20 лет. Идите к чертовой матери. Я поважаю националистов, я поважаю патриотов, я поважаю волонтеров, но те, кто бездействует десятилетиями, тех, кто подыгрывает молчанием или подтявкиванием власти мародеров, моего уважения не вызывает. Какие бы у вас гербы и погоны не были напялены. Вот и все. Дальше, про Бубенчик. Ну, друзья, я Бубенчика подавал свое ходатайство взять на поруки, потому что я считаю, что он имеет право, скажем так, отстаивать свою невиновность. Точно так же, как и министры, и депутаты, и судьи, и прокуроры на свободе. Я был один из тех, кто подал такое ходатайство. В качестве кандидата в президенты я со своими приоритетами не определился. Я поясню почему. У меня еще есть время. Человек, который должен
победить на президентских выборах и реально вывести страну, не быть вторым Ющенком, вторым Порошенком, должен обладать, по моему мнению, следующими чертами, следующими здибностями. Первое. Он должен быть закаленным в борьбе. То есть мы должны знать, что он не сломается. Потому что это очень серьезная борьба, поверьте, ну, я знаю, 4 года. Второе. Это очень грязная борьба, кстати. Она, знаете, она бьет снаряд и пуля бьет в одну точку. А это бьет по самому, что у тебя есть. Она бьет по твоим представлениям о чести, о морали. Она переворачивает полностью твое представление о людях. И нужны очень серьезные силы, чтобы человек реально не сломался. Второе. Человек должен иметь опыт. Если он не понимает, как управлять державой, его никто не научит. И может обступить толпа советчиков. И в лучшем случае, если эта толпа будет квалифицированной, может быть, что-то начнет получаться. Но большая, скажем так, вероятность, что это будут люди, которые будут отстаивать свои интересы. У нас сейчас не время экспериментов, когда страна реально находится на грани разрушения. У нас и внешняя агрессия, и внутренняя оккупация. Поэтому должно быть понимание, как управлять державой. Желательно опыт этого. И поверьте, тут опыт нужен специфический. Потому что большая часть людей, имеющих опыт, сами давно скурвились. То есть незламность. Второе – опыт. Третье – команда. Ты один ничего не сделаешь. И очень важно иметь вокруг себя команду. И четвертое – этот человек должен иметь шансы победить. Потому что Порошенко заинтересован, чтобы от народа выдвигалось 40-50 человек. Чтобы они распорошили голоса, а он, пользуясь там гречкой, своими полномочиями президентскими, пугая народ, а то Путин пропадет, нападет, опять бы прошел. Я сейчас определяюсь как гражданин Украины, какой из кандидатов будет этим требованиям соответствовать. Поэтому я не буду вам врать, я не могу сейчас сказать о том, что я поддерживаю какого-либо кандидата. Я не хочу экспериментировать. Я 4 года изучал в борьбе то, что происходит внутри этой системы, которую давно пора сносить и вместо нее строить новую. Но я не хотел бы вас обманывать, что это все просто очень легко. Я обязательно скажу, когда я определюсь со своими предпочтениями. Дякую. Но я поважаю право тех людей, которые собирались на этом собрании, выдвигать свою кандидатуру. Это их право. Я уважаю их. Я уважаю всех тех, кого они выдвинули. А о том, кого я буду беспосредственно поддерживать, я вам сообщу, когда я определюсь сам. Дальше. Семёна, що ніхто не говорить про перший конгрес, про народний трибунал, будь ласка, об'єднуйтесь до цієї сили з Богом. Ми готові, і я, і наші хлопці з батальйону «Донбас», об'єднатися з любими людьми, які на ділі, тому що балаболов 99%, на жаль, на ділі роблять шаги к независимості нашої країни, к тому, щоб вона була сильною, зі свободним бізнесом, з доброчесною країною і сильною обороною. Поэтому с любыми людьми, которые готовы реально действовать, я готов объединяться. Значит, я вас, пана Семена, дуже поважаю и была впевнена, что вы с Соболем и Шевченко будете в Празе и примете участь в дебатах кандидатов в президенты. Чему всего не сталося? Ну, уважаемая пани, я був у Празе, и я выступил в качестве народного депутата перед гражданами Украины, как, в принципе, меня обязывают к этому присягам. Поэтому вы, наверное, имеете информацию искаженную. Я там был. Как вы ставитесь до первого национального конгрессу? Я уже объяснял это. Відношення вас особисто до национального конгрессу и резолюции можно почути, конкретно без демагогии. Выбачьте, я не совсем понимаю, почему вы задаете вопросы мне в стиле «Вы любите бить детей или нет?» Если я скажу, что я люблю бить детей, я буду негодяем. Если я скажу, что я не люблю бить детей, значит, я все равно признаюсь в том, что я их бью. На самом деле, я их не бью, и я не хотел бы, чтобы эти вопросы мне задавались. Давайте уже общаться взаимоповагу. Демагогия, ну, давайте факты тогда моей демагогии, я буду вам отвечать на этот вопрос. Семен, а чему не поехал на конгресс? Богатые людей хотели, чтобы вы были на нем присутни. Я був на конгрессе, выступав как народный депутат и получил свою порцию лайна. Можете уже читать в прессе. Выборы. Как вы плануете противостоять фальсификациям на выборах? Реально. Все преступления, которые будут совершаться против волеизъявления народа Украины. Как то? Фальсификации, попытки подкупа, попытки силового давления. Если народ Украины, активная его часть, решит все-таки объединяться,
вокруг борьбы за нашу державу, мы их поломаем и скрутим в бараний рог. И они будут сидеть в тюрьме. Если люди решат отсидеться, значит, поломают нас. Друзья, у вас есть время до следующего года, решать вам. Я могу сказать за себя. Я приложу все свои усилия, чтобы проанализировать все ошибки, которые я особисто, как человек и народный депутат, допустил за это время. Изучить то, что я не изучил. Например, принципы организации людей. Как это делать технологически. Я обязуюсь перепрыгнуть через себя, через свои умения. И максимально выполнить свою работу. По рассказам людям, что происходит. По объединению людей и по противодействию. Что касается нас, мы все сделаем. Сделайте то, что касается вас. Без народа мы ничто. Но нам не нужно, давайте посмотрим на Армению, организовывать все 100%. Нам достаточно 3%. Давайте приложим взаимные усилия, протянем друг другу руки, организуемся, и у нас все получится. Их очень мало. Они очень слабы. Им никто не доверяет. Только наша разъединенность этому мешает. Будем объединены, будет все в порядке. Так. Вопросы задают. Тут часть вопросов я отвечу. Наверное, мне придется завтра тоже выйти в эфир, потому что вопросов очень много. На часть вопросов я отвечу завтра. Обещаю все вопросы пройти. Сейчас еще несколько. Меня спрашивают по поводу Семенихина в Конотопе. Семен, треба допомогти Семенухину в Конотопе. Ну, пусть вертается. Если помощь, которая ему нужна на благо Украине, я готов помочь, пожалуйста, и как гражданин, и как народный депутат. С Семенихиным контактируешь, Семен? Он замучился с видео лазить по вагонам с углем из Москвы. Друзья, перше, у нас не хватает сил для того, чтобы перекрыть границу еще и с Россией. Мы пока поддерживаем уже больше года существование палаточных городков, в частности на Бахмуте, редутов, для того, чтобы контролировать линию размежевания. То есть, через линию размежевания никаких торговли с врагом не ведется. Возможно, есть контрабанда, машины там, повозки, но вагонов не ходят. Большая часть людей после Грушевского у нас сейчас либо под следствием, либо под домашним арестом, либо напрямую находится под уголовным делом. И нам необходимо сейчас отстоять еще наших хлопцев. Насколько я понимаю, речь идет о видео, которое записывал мэр Конотопа Семенихин, о том, что через Конотоп идут вагоны с российским углем. Поясняю. Первое. Мы больше года получаем документы с Конотопа, с Конотопской железной дороги, и видим, что 80% того, что там идет, это транзит с Российской Федерации до Венгрии, до Польши, до инших краин. Транзит. Второе. Мы готовы вместе с патриотами Украины усиливать свои силы и закрывать все дырки, через которые ведется торговля с ворогом, не только через линию размежевания, но и через границу с Россией. Если мэр Конотопа организует патриотов в самом Конотопе, прекратит лазить по вагонам, мы готовы вместе, я готов с любым членом любой партии проукраинской, которая защищает интересы Украины, наши хлопцы готовы объединить усилия и эту дырку закрыть. Я вам даю в это обещание. Я не буду вам врать, рассказывать о том, что я готов сейчас, и наши хлопцы готовы перекрыть весь кордон России сами. Нас слишком мало. Давайте объединим усилия. Напишите мэру Конотопа, я его поважаю как проукраинского политика, пусть выходит на звездок с Галом, с Акимом, с нашими хлопцами-донбассовцами, они знакомы, координируют свои идеи, и дают по жопе ворогу, и в Конотопе тоже. Я буду только счастлив, я буду присоединяться. Большое спасибо, что задаете мне такие вопросы. Прошу вас помочь в объединении всех патриотических сил на благо Украины. Я готов. Слово за иншими. Так. Вы обещали позаботиться о вдове Федора из Карловки, что же помешало? Большое вам спасибо за вопрос. Это вопрос тоже в стиле. Вы любите бить детей или нет? Если я отвечу, что я детей бить не люблю,
то выяснится, что я их бью. Хотя это неправда. Если я отвечу, что детей бить люблю, выяснится, что я негодяй. Зачем вы задаете такие вопросы? Первое. Когда я призывал, как командир батальона, людей на защиту Украины от российского агрессора, я четко говорил, и вы можете посмотреть мои посты. Я ничего вам не обещаю, кроме возможности взять в руки оружие и гнать врага с нашей земли. От вас требуется только одно – желание и возможность отдать жизнь, если нужно, за нашу страну. Для любителей делить землю, для любителей получать льготы, я уважаю право украинцев на свои льготы и землю. Но лучше идти в другие подразделения. У нас было подразделение такое. И я сам особисто был готов отдать жизнь за Украину. Теперь, естественно, на помощь семьям погибших бойцов, на помощь раненым, на помощь пленным, батальон «Донбасс» просил украинцев эту помощь оказать. Если мы говорим про семью Федора из Карловки, это первые пятерка погибших. Когда мы создали батальон «Донбасс» и перевели его уже после этого в Национальную гвардию в июне месяце, пришли предприниматели и пожертвовали на семьи погибших 1 миллион гривен. Они просили не называть свои координаты. Я с ними до сих пор поддерживаю контакты и низкий вам поклон. Что я сделал после этого? Я сделал, возможно, не те вещи, за которых меня аплодировал бы Розенблат или многие иншие борцы за свободу. Я принес эти деньги, построил батальон, показал эти деньги и сказал, что каждой семье будет, пятерым семьям, выделена своя часть. И эти деньги были выделены. Это первое. Второе. Все те, кто формировался в Новых Петровцах, благодаря гражданам Украины, которые помогали, питались, имели кейтеринговое питание. Выезжала машина, привозились дочки, людей кормили горячей пищей. Бронежилеты, каски, ботинки, военная техника, машины, топливо, все поставил народ Украины. Не олигархи, не эти бляди из руководства, очень многие национальные гвардии, которые нас не выпускали на фронт, потому что не давали бензина. И низкий вам поклон, уважаемые украинцы и волонтеры. Я лично контролировал, чтобы семьи раненых, семьи погибших, пленные получали деньги. Мне, я честно скажу, очень больно смотреть, как очень многие люди, которые влились в хор поливающих дерьмом добровольцев, рассказывают какие-то по этому поводу несенитницы. Мне не все равно, что происходит с семьями погибших людей. Их больше 100. Просто если вы пишете какие-то вопросы, напишите лучше в личку, чем конкретно сейчас помочь. Мы создали благотворительный фонд. Я сам лично этим занимаюсь. Попросите, если вы знаете о том, что кому-то нужно помочь, а я не знаю, попросите семью наших погибших бойцов связаться со мной. Написать мне в личку, позвонить. Мне не все равно. Но просто вы меня оскорбляете, когда даже немного намекаете, что мы могли что-то сделать для людей и не сделали. Да, я не ворую. Да, я живу в съемной квартире. Да, я живу без машины. Да, у нас нету миллионных долгов, посмотрите мою декларацию, вернее, нету миллионных доходов. Я не пользуюсь машиной, которую мне дала Верховная Рада, которая каждому депутату положена. Я не голосовал ни за один бюджет, я не беру взяток. Мне это противно. Но то, что помогает народ Украины, то, что я сам могу финансово подписать какой-то запрос, приехать лично помочь, я делаю. Поэтому, если вы что-то знаете, что кому-то из семей наших погибших бойцов нужна помощь, не пишите мне таких вопросов. Жопу свою поднимите, я вам говорю по-человечески и по-дружески. Напишите мне в личку, чем нужно помочь. И поверьте, на это я и мои боевые побратимы, с которыми мы сейчас вместе продолжаем войну против внутреннего уже ворога, найдут на это время и силы. Мы не обещаем золотые горы, у нас их просто нет. Но все, что от нас зависит, мы сделаем. Потому что для нас погибшие побратимы – это святое. Дякую за разумение. Извините, может быть, немножко за экспрессию. Это просто для нас святое. Когда будем вешать и барык? Ну, наверное, на вопрос, когда будем вешать барык, я, наверное, и закончу сегодня. Уважаемый вопрошающий, когда вы научитесь приезжать и отстаивать свои права хотя бы на минимальном митинге, даже когда нас не бьют где-то,
А когда просто мы выходим как граждане Украины и требуем от власти что-либо, когда мы говорим, мы граждане, мы гражданское общество, мы имеем право, вот когда вы научитесь хотя бы приходить на такие митинги, тогда вы мне будете задавать подобные вопросы. Наказание нужно, но я различаю бесконечную болтологию в Фейсбуке от реальных вещей. Научитесь сначала защищать свои права, хотя бы минимальный способ, а потом не говорите про вешание барыг. Теперь, если серьезно, я категорически против смертной казни. Я за то, чтобы все те, кто разворовывал Украину, неважно, президент, его семья, судьи, прокуроры, депутаты, полицейские начальники, СБУшники начальники, все, кто разворовывал страну, не вешались, не садились на палю, не расстреливались, а были осуждены по приговору нашего украинского суда с конфискацией всего майна и пошли на каторгу с ядром на ноге на строительство дороги Кропивницкий-Миколаев или инших дорог, которые они и деньги на которые они все это время разворовывали. Они должны видеть, как они своим каторжным трудом отстраивают Украину. Их, те люди, которые их сменят, должны видеть судьбу тех людей, кто нарушает украинские законы и обворовывают украинских граждан, и это все должно привести к тому, что наша страна из нищей страны третьего мира станет уважаемым, сильным государством, из которых не будут уезжать наши дети, из которых не будут уезжать на клубнику или еще там на что-то наши граждане, а которое сможет обеспечить благополучие каждого человека, который трудится в нашей стране, которое сможет защитить каждого человека любой точки земного шара. И вот к этому мы все усилия приложим. А насчет вешания барыг, давайте свои фантазии отличать от реальности. А реальность требует колоссального труда. Я абсолютно уверен, что этот труд увенчается успехом. Эту страну увидят даже не наши дети, ее еще увидят мы. Друзья, пишите вопросы в комментариях. Я обязательно завтра зайду в Facebook и отвечу на те вопросы, на которые не успел. И последнее. Завтра в 10 часов будут у нас первые сборы уже практически сил обороны Украины на нашей базе. Да, я знаю, что 3 месяца пришлось ждать, но мы подготовили учебные материалы, подготовили инструкторов, подготовили полностью курс. И завтра, благословясь, начнем. Все будет доброе. Слава Украине. Рад всех бачити.